Всем привет, друзья, с вами Ял, и что ж, с выходом нового режима перчатка бесконечности в Fortnite Battle Royale, я решил проверить одну теорию, которая сразу же мне стала интересна, когда я нашел буги-бомбу, да, буги-буги-бомба, которая заставляет противников танцевать, ну не только противников, и тебя, и союзников, смотря куда ты ее кинешь. Собственно, в этом видео это получилось абсолютно случайно, я не планировал... заставить Таноса танцевать, и ко мне пришла кошка, смотрите. Так вот, я не особо планировал записывать ролик, где я бы проверял, танцует ли Танос или нет, но у кое-кого другого, у моего противника получилось это проверить на мне, поэтому, друзья, я думаю, вам будет интересно, обязательно поставьте лайки. Вот, даже кошка просит, видите, лапами, типа, лайк поставь. Даже кошка хочет, чтобы вы поставили лайк. И ее уши. Как будто бы моя борода. Ну а сейчас наслаждайтесь каткой. Надеюсь, вам понравится. Она была действительно очень насыщенной, веселой и интересной. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на второй канал, если еще не подписаны. И все, погнали. Я, пожалуй, не буду выпрыгивать. И ждать перчатку бесконечности, чтобы стать Таносом первым. Первым Таносом, потому что... Это очень сложно. На самом деле, если хотите, я попытаюсь в следующем видео выполнить испытание Таноса, где все-таки я стану первым Таносом. И попытаюсь взять топ-1. Это, конечно, будет очень сложно за Таноса. Нужно привыкнуть. Вот, но я могу попробовать, если хотите. Поэтому ставьте лайки, пишите комменты. Что хотите такой ролик. Так, тут чувак уже что-то разбил. Чувак уже куда-то побежал. Twitch праймер. Я не могу что-то попасть. Блин, я вообще не могу в него попасть. Это револьвер, это просто жесть. Опять не могу попасть. Он сейчас найдет что-то интересное, да? Ранил. Стой! С моим аимом. Окей, не успел. У него был лут. Оу! 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 Ня-а! Ух, Танос далеко. Танос далеко. Хорошо, когда Танос далеко. Так, а этот же чувак налутал себе кучу всего. Я видел, из него куча лута выпала. Почему он просто сдался? Он просто решил уйти. Хотя... Ну да, там только миники. Он что, не нашел пушку? О боже, он нашел только ми... Он только хилки нашел, офигеть! Ладно. У меня же есть вот эта штука. О, нет, он улетел. Просто goddammit. Так, ладно. Можем выпить вот эту хрень. Нет. Так, погнали. У нас все есть. У нас есть все необходимое для того, чтобы затащить. Какую-то ловушку. Понял. Так, этот звук немножко выбивает меня из ритма. Что? Еще один чел попался на эту ловушку? Вы что, серьезно? И где она была здесь? А вот здесь?
Во. Он даже не понял, где я был. О, нет. У меня мало патронов. Так, слёрп, я выпью. Заберу вот эту штуку. Хотя... Ладно. Револьвер пока оставлю. У меня такое ощущение, что здесь еще одна была ловушка, да? Вот здесь, например, не? Не? А мы это берем. Отлично. Берем фортик. Не знаю, может быть, нам поможет против Таноса. Где Танос? О, он на краю зоны. Так, хорошо, у нас 3 килла, у нас, в принципе, дела довольно неплохи. Мы выжили на воронке. Это уже что-то значит. Че, сундук не зовут? Вау! Вау! Топ вещи. Топ вещи, топ лут. Вижу. Блин, мне тоже тогда нужен камень. Потому что зона идет. Потушил меня. Вау. Так, мне, пожалуй, понадобится снайперка. Выпиваю эти два миника и забираю снайперку. Так, как-то так. Ну, в принципе, неплохо. Так, теперь нам нужно выжить против Таноса. А он до сих пор в акрах. Что он там делает? По ресурсам у меня вроде все нормально, но мне кажется, надо бы побольше. Мы можем посмотреть. Не, мы пойдем просто в зону. Мы пойдем просто в зону в помидоров. О, как раз там война. Черт, у меня еще и ковер от мышки немного соскальзывает. Скажи спасибо, чел. Так, а теперь тебе придется умереть. Хорошенечко я его так ранил. Где он? Где он? О, Таноса убили. Этот чел. О, нет, он в помидоров крутит. Этот чел где-то внизу, черт возьми. Окей, вот он.
Так, у меня есть джампэд. Неплохо. Так, в принципе, у меня все есть, мне нужно только... Я, наверное, выпью чагу. Так, Танос воюет в помидоровке, и его вообще, кстати, до сих пор никто не ранил. Серьезно, ребят, тушите его. Я в свой форт. Нововыстроенный. О бой. Серьезно? Сори, бро. 4 человека осталось. Блин, Таноса... Таноса никто не убивает. Тут вход. Вот он. Это мне не надо, мне надо вот это. Я не знаю, ему нужно хотя бы... Нужно хоть сколько-то хп ему снять. Я, кстати, очень плохо форт поставил. Давно хайграунд. Пойду-ка я к этому чуваку. У меня 4 джампэда, отлично. Я, наверное, пойду к этому чуваку. Никого нет. Он меня не видит, он меня не видит. Отлично. Так, ну он постоянно садится и прыгает. Садится и прыгает. Это мой шанс. Он сел, он сел, он сел, он сел. Он опять сел. О, да, он сел. Отлично. Зря ты сел, чувак. О, он по ошибке сел. Найс. Золотой скар просто тема. Так, я видел одного. Мон застраивается. Сейчас мы попытаемся его бахнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, Джон Уик. Сори, бро. Это куст! Прыгаем. И... пиу! Я танцую! Офигеть! Офигеть! Танос танцует! Он все-таки... Ребят, это был отдельный, это реально была отдельная идея для другого видео. Я хотел проверить, сработает ли дэнс-граната на Таноса. И он кинул на меня, она сработала, он сразу же снял с меня этот эффект, начав стрелять из пулемета, и он оставил мне просто 70 хп. Но... Я не знаю, это было, это чисто удача. Окей, друзья, ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайки, напишите в комментариях, удавалось ли вам поймать Таноса дэнс-гранатой, или же вы сами были Таносом и вас поймали. Это действительно что-то эпичное. Всем удачи, всем пока, увидимся.